Россия активизировала кампанию по уничтожению инфраструктуры, электровода и газоснабжения по всей Украине. В четверг утром был нанесен еще один массированный удар по украинской территории всего через два дня после одной из крупнейших российских бомбардировок за все время войны. Удары были нанесены по Харькову, Одессе и Днепру. Владимир Зеленский опубликовал это видео из Днепра, центрального региона Украины, снятое в автомобиле, проезжающем через пробки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, они пытаются бить по нашим газодобывающим предприятиям, бомбят наш машиностроительный завод в Днепре и другие объекты. Государственная энергетическая компания Украины «Нафтогаз» подтвердила, на данный момент нам известно о некоторых объектах, которые были разрушены, другие получили повреждения различной степени. Системы противовоздушной обороны сработали в ряде других регионов. Киевские власти заявили, что в столице сбиты 4 крылатые ракеты и 5 беспилотников. После атак 15 ноября Украина столкнулась с проблемой резкого снижения мощности национальной энергосистемы. Это скажется на доступе гражданского населения к связи, отоплению и водоснабжению. Министерство обороны Великобритании сообщило, что продолжение ударов такого масштаба требует от России значительных запасов крылатых ракет, поскольку разрушение национальной инфраструктуры Украины становится ключевым компонентом стратегии России в этой кампании.